Здравствуйте, вы смотрите «Вести КамАЗа», а значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на камском автогиганте. В студии Павел Михно и Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Клиент зовет за круглый стол. На автогиганте состоялась международная конференция по развитию поставщиков. Чтобы определиться, лучше увидеть. Школьники продолжают знакомство с заводами КамАЗа. Не Робин Гуды, конечно, но стреляют не хуже. КамАЗовцы приняли участие в турнире по стрельбе из арбалета. На КамАЗе автопроизводители обсудили работу с поставщиками и стратегию развития этого сотрудничества до 2025 года. Конференция по развитию предприятий и отрасли и их систем менеджмента качества состоялась на автомобильном заводе. Участие в ней приняли представители российских научных организаций, эксперты органов по сертификации, а также руководители таких компаний, как АвтоВАЗ, Nissan, Вапка и других. Все они представили как свои идеи по работе с поставщиками, так и опыт сотрудничества с КамАЗом. Главной темой конференции стала презентация коллегам флагмана автогиганта – автомобиля 54901, серийный выпуск которого начнется в этом году. На его примере была проанализирована работа камазовских поставщиков. Обращаясь с приветственным словом к участникам, генеральный директор автогиганта отметил, что основной целью КамАЗа сегодня является не только сохранение позиций на российском рынке, но и инвестиции в развитие на рынке глобальном. Важным вопросом, конечно, взаимоотношения с клиентами. Вот не скажу, что КамАЗ сам там на 100% готов работать в новом формате, но тем не менее работать с клиентом, который должен быть удовлетворен пользованием как автомобиля, так и работой по сервису нашей компании, это задача важная, но точно реализуемая. Гендиректор уверен, заниматься качеством по старинке возможности больше нет. Основной ориентир – мировые опыт и практика. К ним подтягивается КамАЗ, он же готов делиться знаниями с коллегами. В то же время у АвтоВАЗа, как у части Альянса на данный момент, тоже есть сейчас огромный опыт, уже, я бы сказал, мировой опыт работы, постановки на производство и автомобилей, и комплектующих. И я думаю, что нашим компаниям есть чему друг у друга поучиться и что перенять. В качестве примера работы не как клиента, а как поставщика Сергей Кагугин привел опыт кузнечного завода, который стал системным производителем паковок коленвала для компании Volkswagen. Так сказать, не только требуй поставок качества, но сам же его и производи. Сегодня кузня поставляет продукцию не только в Калугу, но и на европейские заводы. Тем самым КамАЗ открывает для себя возможность зайти в систему закупок глобальных автопроизводителей. КамАЗ здраво оценивает ситуацию и способен резко к изменениям. Вот это важно. Nissan тоже всегда меняется, но для меня, как жителя, соответственно, России, приятно, что наши производители, крупные автогиганты, следуют мировой тенденции и хотят быть конкурентоспособными. В качестве ориентира переход участников рынка и клиентов, и поставщиков на промышленный стандарт IATF-169-49. Обновляться придется всем. Уже сейчас идет мощная трансформация всей отрасли. И те, кто хочет удержаться на плаву, обязаны идти в ногу со временем. Алсу Валеева, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа». Продолжим тему партнеров-поставщиков. На площадке Камского индустриального парка «Мастер» состоялось торжественное открытие предприятия «Вапка Восток». Новая линия готова к выпуску клапанов АБС для трех моделей антиблокировочных систем. Это первый продукт всемирно известной компании, который получил прописку в Набережных Челнах. Всего же в портфеле «Вапка» множество системных решений, которые помогают делать автомобиль умным и безопасным. А КамАЗ, запускающий в серию автомобилей К5, в таких решениях как никогда заинтересован. Все, что производит «Вапка», можно назвать одним словом – автокомпоненты. Это детали, механизмы, агрегаты и состоящие из них сложные системы, управляемые электроникой. Открывшееся производство пока небольшое – всего 28 квадратных метров. Но это, говорят, в компании только начало. Был бы спрос. На сегодняшний день мы заканчиваем разработки новых систем электронного привода, курсовой устойчивости, системы поддержания полосы движения и системы автономного торможения, которые будут внедрены в новую камазовскую линейку грузовиков. Кстати, про спрос. Его создает время. Совершенствование безопасности движения уже давно приоритет не только в работе государственной автоинспекции или органов муниципальной власти, но и самих производителей. Ни один современный автомобиль без устройств, производимых «Вапка», сегодня никогда не выйдет на дорогу. И мы сделали упор на компанию «Вапка» в партнерстве по нашим новым автомобилям серии К5. Нам приятно, что это производство будет работать на благо людей, на благо города, на благо безопасности тех граждан, тех людей, которые пользуются самым лучшим автомобилем в мире,
Я имею в виду автомобиль КАМАЗ. Как заявил на открытии господин Искюлье, и КАМАЗ, и ВАПКО стремятся повысить безопасность автомобилей. Эти усилия никак не разглядеть снаружи. Дизайн К5 от этого не изменится, но внешний эффект тут не главное. Водитель точно заметит разницу в управлении, потому что это система курсовой устойчивости, это антипробуксовочная система, это система АБС, антиблокировочные, да, которые позволяют, в принципе, повысить безопасность вождения, да, и управляемость автомобиля. Новое предприятие создано за делом. Инфраструктура Кипмастера и его площади позволяют разместить здесь еще несколько производственных линий. Так что в перспективе будет создано еще 50 рабочих мест. Есть планы и по дальнейшей локализации компонентов в России. В общем, в добрый путь с ВАПКО. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Устами студента глаголит истина. В рамках сотрудничества автогиганта и набережно-челнинского филиала КНИТУКАИ студенты вновь побывали на рабочих местах камазовцев. Будущие инженеры разрабатывают собственные проекты по улучшению производства. В этот раз ребята прибыли на завод двигателей, где воплощают идеи на участке подсборки водяного насоса. Как и для всех сотрудников автогиганта, путь студентов на КАМАЗ начинается с инструктажа. Переступив порог завода, начинающие специалисты приступают к реализации собственных проектов. Такая деятельность не новинка для студентов техколледжа. Их идеи уже воплощены на заводе запасных частей и автомобильном. Теперь молодые умы пришли на движки. Студенты своим новым взглядом, со своими новыми идеями могут принять участие в усовершенствовании производства в целом. Если мы окажемся полезными, нам это будет очень приятно. Во-первых, для развития, общего развития, и для сотрудничества с нашим подшипным предприятием. Цель проекта – ознакомиться с рабочими местами на предприятиях, выявить проблемы и внести предложения по их усовершенствованию и внедрению бережливого производства. В колледже студенты уже познакомились с тем, что такое лин-технологии. Некоторые ребята занимаются проектной деятельностью уже несколько лет, а кто-то пробует себя в таком амплуа впервые. На первом курсе вообще это очень интересно, так как ты можешь познакомиться с производственным процессом, вникнуть в него побольше. Находясь на самом производстве, мы сами видим, как что происходит, и можем увидеть некие нюансы, которые нам не смогут объяснить преподаватели там в колледже. Мы видим все наяву. Так лучше как бы работать и понимать. Для плодотворной работы ребятам показывают каждый шаг большого заводского процесса. В этот раз они знакомились с участком подборки водяного насосного цеха, где детально камазовцы показывали и объясняли особенности работы. Таким образом, уже привычное для заводчан действие юные специалисты могут увидеть совсем по другим углом, находя ошибки и проблемы процесса. По-любому получается мозговой штурм. Они же как команда приходят. И у них командная работа получается. Соответственно, они свои предложения нам выдают для улучшения процесса сборки водяных насосов. После анализа процессов у студентов есть несколько недель на поиск решения и реализацию идей, которые помогут улучшить работу завода. Такое сотрудничество планируется развивать и дальше во благо автогиганта и для эффективной практики будущих специалистов. Кристина Маматова, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Экскурсии школьников на заводы КамАЗа стали делом привычным. Так, на заводе двигателей в рамках профориентационного мероприятия «Знакомьтесь, профессионалы» побывали девятиклассники школы номер 27. В ходе посещения камазовских предприятий ребят знакомят с рабочими профессиями, особенностями производственных процессов, новыми продуктами, запущенными в производство. Вот и на этот раз экскурсия прошла по специально разработанному для таких случаев маршруту. А чем она закончилась, узнаем прямо сейчас. Ученики 9 Б-класса средней школы номер 27 внимательно слушают экскурсовода. Большинство на заводе впервые. Для них этот год особый. Скоро предстоит сделать выбор, где же продолжить образование после сдачи основного государственного экзамена. Ребята умные, хорошие, нацеленные. То есть они уже представляют, куда они планируют поступить. Кто пойдет в 10 класс, кто пойдет в технические колледжи какие-то. И вот для профориентации мы им решили показать еще и вот большой завод-гигант, завод двигателей. Ребятам показали линию сборки традиционного двигателя V8 и новой модели R6, освоенной на предприятии рядной шестерки. Рассказали об основных характеристиках и отличии двигателей двух поколений. Особое впечатление на школьников произвела слаженная работа слесарей механосборочных работ. На данном заводе я первый раз, и меня впечатлило огромное количество цехов. И каждый человек из персонала помогает друг другу. Они работают слаженно, взаимно. И мне очень понравился этот завод и все его оборудование.
После экскурсии для школьников организовали викторину с вопросами о заводе двигателей и КАМАЗе. Победители получили призы и сувениры на память. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, «Вести КАМАЗа». 20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Но сама календарная дата вовсе не единственный повод оказать помощь. В течение года сотрудники заводов и подразделений КАМАЗа поочередно становятся донорами. Накануне даты очередь дошла до литейного завода. Своим участием сотрудники автогиганта помогают спасать жизни рожениц, пациентов с онкозаболеваниями и тяжелобольных. А некоторые заводчане становятся еще и донорами стволовых клеток. Наиля Хакимова и Розалия Быстрова – мама и дочь. Они вместе работают ОТК-контролерами на литейном заводе. Вместе решили стать и донорами. У них вторая отрицательная группа. По статистике, только от 2 до 7% людей являются ее носителями. Женщины решили для себя непременно помогать другим. К тому же 20 апреля – Национальный день донора. Первый раз вообще пришли с сестрой. А вот я четвертый раз даю кровь, мама второй. Вместе пришли сегодня, вот получилось, что вместе. Хорошо, поддержка большая. Видите, как говорится, рядышком она. Приехали вместе и вот ждет по звезде в очередях меня. На день донора от литейного завода пришли более 30 работников. Большинство из них не в первый раз дают кровь, чтобы в будущем спасти кому-то жизнь. Литейный завод участвует в Дне донора с 1985 года в составе КАМАЗа. За последние годы больше 1000 человек участвовал в Дне донора и сдали более 460 литров крови. С этого года в Набережных Челнах можно сдать не только кровь. Город вошел в национальный регистр доноров костного мозга. В числе тех, кто готов оказать помощь, одним из первых оказались сотрудники КАМАЗа. Для этого необходимо сдать всего лишь 2 мл в пробирку крови для типирования крови, клеток крови. И в будущем этот человек сможет стать донором костного мозга и помочь тяжело нуждающимся людям. Все данные будут храниться в специальном регистре. И при необходимости тяжело больному пациенту найдут близнеца – донора костного мозга. Не исключено, что среди них может оказаться и сотрудник автогиганта. Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, «Вести КАМАЗа». Стрелы и мишени, а также поединки на мечах и силовые упражнения. В рамках спартакиады работающей молодежи в Набережных Челнах прошел ежегодный турнир по стрельбе из арбалета. Из 20 заявленных команд 6 представляли автогигант, причем некоторые подразделения выставили сразу по 2 состава участников. Оценить твердость рук и меткость глаз заводчан отправилась и наша съемочная группа. Это третий вид спорта спартакиады. Уже позади турнир по лазертагу и стрельба. Впереди автомобильное многоборье, военно-спортивный слет, пляжный волейбол, пейнтбол и бильярд. Есть еще виды спорта, которые в процессе года мы на совещании сами обсуждаем, потому что мы делаем виды спорта по интересам. В этом году футбол мы убрали, и мы его чем-то будем менять уже по запросам самой молодежи. В каждой команде по 4 человека, причем наличие представительницы слабого пола – обязательное условие. Все делают по 5 выстрелов, очки суммируются и заносятся в протокол. Помимо самих соревнований, на площадке организаторы устроили настоящий рыцарский турнир с поединками на мечах и перетягиванием каната. Настроение отличное, уже стреляли, правда, ну, немного не очень. Первые стрелы попадали не в цель. А остальные уже, ну, как бы, прицеливался и уже немного получше получилось. Причем получилось лучше, чем у второй команды завода двигателей с шуточным названием «Беда». Хотя для ребят результат не самое главное. Активный и позитивный коллектив предприятия «Цеха номер 119» живет, придерживаясь основному олимпийскому принципу – главное участие, а не победа. У меня цех в основном одна молодежь. Там ребята такие, во всем участвуют, и в волейболе, и в футболе, ну, спортивно в этих играх. Лучшей камазовской командой турнира стала четверка НТЦ. 2 остальных места пьедестала заняли представители НПП «Руй Инжиниринг». Все победители получили памятные медали и сертификаты в один из спортивных магазинов города. Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, «Вести КАМАЗа». Такой была очередная неделя на КАМАЗе. Что будет дальше, расскажем в следующий понедельник, 29 апреля в 18:00 на телеканале Челны ТВ. Этот выпуск «Вестей КАМАЗа» для вас провели Ксения Чернильцева и Павел Михнов. Всего доброго. До свидания.